Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Ford Focus 2 2009 года, хэтчбэк. Сзади сломалась вот эта планочка на багажнике. Сейчас мы поставим новую. Для этого со старой планки мы снимаем кнопку и подсветку. Вот эта планка, наверное, эмблему тоже придется переклеивать. Сейчас там откроем, тупо посмотрим. Лампочки подсветки снимаются. Нажимаем на пружину и опускаем вниз одну и также вторую. Кнопку здесь сбоку, пластиковый фиксатор. Нажимаем и опускаем с одной стороны и с другой стороны. Кнопка, она же ручка. Новая планка у нас будет китайская. Номер ее, это фирма Dominant. Номер ее F015081833. Она идет хромированная. Это родная была крашена, а это идет хромированная. Но ручки на дверях частично идут тоже хромированные. Поэтому смотреться она будет нормально. Вот такая вот штукенция. Сейчас мы откручиваем крепления, которые вот отломались, болты. Вставляем их сюда и прикручиваем на дверь. Ну, перед этим устанавливаем лампочки и кнопку. Лампочки просто защелкиваются. Как снимали, так же они и защелкиваются. Оденем кнопочку. Открыл крышку. Вот откручиваем здесь саморез один и саморез второй под ручками. И сможем уже вот эту обшивку нашу, мы сможем ее сдернуть вниз. Там торксы Т30 похоже. Сейчас проверю, скажу. Нет, там торкс Т25, оба самореза открутил. Теперь берем, снимаем вот эти вот ручки. Немножко они как бы сдвигаются. И отрываем нашу обшивку аккуратно. Все, обшивку мы сняли, головка на 10 похоже. Да, головка на 10, откручиваем ее. Эмблема у нас сидит на скотче двухстороннем, потому что никаких ни саморезов, ни защелок, ничего нет. Беру фен, ставим температуру такую, чтобы пластик не сплавился особо, и нагреваем с задней стороны, нагреваем место, где эмблема у нас клеится. После этого мы сможем уже ее снять спокойненько. Ну что, попробуем оторвать. Нет, еще надо. Греем.
Оторвал я, получается, эмблему. Ну, осталась она целая. Сейчас протру ее. Теперь снимаем вот этот старый скотч, потому что частично он остался здесь, клей. Только посередине, но только из отверстия. Снимаем, клеим новый скотч и приклеиваем ее на место. Все, вот так вот наклеил скотч, очистил. Старый скотч весь ободрал. Теперь берем и ровненько, аккуратненько приклеиваем. Прижимаем. Предварительно я обезжирил. Вот болты, которые остались. Вытаскиваем вот эти болты. Эти уже у нас не получится поставить. Ставить их и не будем, там она прижмется. А болты выколупываем из старых креплений. И вставляем в новые. Здесь пропил. Пропилом задвигаем паз. Устанавливаем. Вставляем новые лампочки. Эти лампочки были стряхнутые. Устанавливаем лампочки. Здесь, как видно, неудобно, поэтому мы светильник приопускаем. И потом только вставляем патрон. И защелкиваем его уже вместе с лампочкой. С этой стороны удобно. Кстати, вот хорошо видно. Здесь есть место, пропил под отвертку. Лампочки можно менять, не снимая планки. Отверткой нажимаете пружину и вытаскиваете уже светильник. Также ставим нашу кнопку на место. Здесь проводку неправильно сделал. Проводка должна проходить снизу. Вот так вот надо. Иначе ее передавит. Подключаем кнопку,
кнопочку мы подключили. Дверь у нас работает. И устанавливаем планку. Прикручиваем. Все, гайки я затянул. Вот так вот дверь наша закрывается. Вот так она открывается. Все, планка у нас стоит, эмблема у нас стоит, планка хромированная. Теперь мы ставим на место обшивку. Обшивка ставится легко. Закрываем замок и защелкиваем клипсы. Все, закручиваем вот этих два винта, которые у нас стоят в ручках. С одной стороны и также с другой стороны. Вот так вот выглядит хромированная накладка. Да, есть на немножко на ней не идеальное зеркало, но тем не менее вот накладки на ручках, видите, сверху хромированные, и поэтому эта накладка сочетается нормально. Это не оригинальная, стоит она всего 2000 рублей. За такие деньги можно ставить. На этом все. Накладку мы заменили. Всего вам доброго.